Все клопы имеют пахучие железы. Сильно пахнут и оставляют запах на растениях. Общим для всех клопов свойством является также способ питания. Все они обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом, поэтому могут питаться только жидкой пищей, которую они высасывают из тканей различных живых организмов, прокалывая их внешние покровы. Но источником этой пищи могут являться как растения, так и различные животные или человек. Растительноядных видов, конечно же, гораздо больше. Среди них немало опасных вредителей, в том числе таких, которые могут высасывать соки из культурных растений на ваших участках. Кроме того, переползая или перелетая с одного растения на другое, во время питания эти клопы могут переносить различные вирусные и некоторые другие заболевания растений. Немалый вред в более южных областях России может принести так называемый итальянский клоп. Этот вид клопов из семейства «настоящие щитники». Настоящие щитники – семейство клопов. Часто это клопы в длину, достигающие от 8 до 18 мм. В мировой фауне насчитывается более 4000 видов этого семейства. Клопы-щитники, иначе лесные клопы, они же пентатомы, не пользуются симпатиями, и славу их нельзя назвать хорошей. Графозомы, или краснополосые клопы, род клопов из семейства щитников. Клопы красного или желтого цвета. Голова, передняя спинка и щиток с продольными черными полосками. В длину превышают 9 мм. Вот к этому роду и относится наш герой. Щитник линейчатый, он же графозома полосатая, он же клоп итальянский.
итальянский. Его окраска, состоящая из чередования черных и красных полос, напоминает расцветку формы гвардейцев Ватикана, что послужило основой для происхождения названия «Клоп итальянский». Клоп длиной до 11 мм. Щиток доходит до вершины брюшка. Встречается в лесах, на опушке, на лугах. Этого клопа обычно можно найти на отцветших зонтиках растений из семейства зонтичные, так как он питается соком семян зонтичных. Пахучие железы у наземных клопов – важные органы, защищающие их от врагов. Они находятся на груди между местами причленения второй и третьей пары ног. Секрет, выделяемый железой, содержит цимициновую кислоту, испускающую тот самый клоповый аромат. Для чужих – это сигнал опасности, для своих – повод собраться вместе. Броская окраска из черных и красных полос служит защитой итальянскому клопу. Это предупреждение. Насекомое несъедобно. Зимуют взрослые клопы, собираясь группами в листовой подстилке. Всю зиму они проводят в оцепеневшем состоянии, а весной покидают места зимовки и разлетаются в поисках кормовых растений. Вскоре, после некоторого периода усиленного питания, клопы спариваются, и самки приступают к откладке яиц. Клоп итальянский относится к семейству щитников и ничем особенно среди них не выделяется. Много вредителей сельского хозяйства имеется в этом семействе. Личинки и взрослые клопы высасывают клеточный сок из своих кормовых растений. В тех местах, где хоботком была проколота кожица, на листьях и стеблях появляются обесцвеченные белые пятна. Если повреждают молодые растения, они желтеют, задерживаются в росте и увядают. Повреждение цветоносных побегов на семенниках приводит к опадению цветков или щуплости семян. Итальянский клоп питается преимущественно крестоцветными, снытью, укропом, капустой и морковкой. Но ест это он все не один, а в большой компании с другими насекомыми.